Чеботаев находит Акану. Назад на Чеботаева. Гордя. Акана. И пошел вперед наш полузащитник Шевченко. На Акану. Ну, отдать нужно. Нет, бьет поворотом. Ну что, вот вам подтверждение моих слов по поводу Алчевской стали. 3-0 делает счет Акана. Показывает арбитр, что после свистка наносить удар. 84-я минута, в стенке три футболиста. Ну, Назарук и Акана. И тот, и второй могут пробить. Может быть, надежда вот как раз на... Ух ты! Вот это да! Только я сказал, что вот надежда на стандарт, и пожалуйста. Ну что? Фух! Вздохнуть можно свободно, наверное. Приложился, что есть мочи, на 85-й минуте встречи Акана Стази. Десятка стали к мячу. На 9 метров отодвигают стенку арбитр. Это класс! Это класс! Тут ничего не скажешь. Вы знаете, пусть это звучит банально, но такие мячи не берутся.